с вами Павел Первый. Мы продолжаем проходить Warcraft 3 Reforged. У нас конец вечности. Компания ночных эльфов. И вторая глава. Дочь Рионы. 3 часа спустя у подножия горы Хиджал. Мертвые не знают усталости. От них не убежать. Как видишь, владыка Архимонд, ночные эльфы нам не страшны. Плеть может. Архимонд, 10 000 лет прошло. Как такое возможно? Да, эльфийка. Легион вернулся, чтобы поглотить этот мир. И на сей раз ваш назойливый народ не сможет нам помешать. Глупцы! Вы позволили ей уйти! Найдите ее, тупицы! Найдите и убейте! День, которого мы так долго боялись, настал. Пылающий легион вернулся. Я должна перебраться через реку и предупредить сестер, пока еще не поздно. Ну, слегка переделали роль. В этот раз прям на одну из лучниц упал метеор и взорвал ее. И по остальному все так же. Только прикол в том, что теперь одна лучница осталась, соответственно, привратник убивал одну лучницу. И этого привратника, который исполнил свою работу, нормально, Архимонд изобочил. Круто. Ну, ок. Да будет так. Окей, с травмой, то есть Архимонд... Проклятые ночные эльфы не должны от нас уйти! Владыка Архимонд требует найти их! Такова воля богини. Да будет так. Мне нельзя попадаться им на глаза. Такова воля богини. Кто смеет угрожать нашим лесам? Да будет так. Немедленно. Да будет так. Такова воля богини. Это роман. Ему так нравится смотреть на эти когти. Я слышу голос Луны. Аж это роман. От них не отходит, ладно? Немедленно. Я слышу голос Луны. Кто смеет угрожать нашим лесам? Во имя Луны. Да будет так. Во имя Луны. Такова воля богини. Немедленно. Закалимдор! Да будет так. Я слышу голос Луны. Кто смеет угрожать нашим лесам? Я слышу голос Луны. Во имя Луны. Такова воля богини. Да будет так. Энурифа! Такова воля богини. Ашето Роман. За леса Шинваля. Во имя Луны. Такова воля богини. Я слышу голос Луны. Да будет так. Богиня зовет. Я слышу голос Луны. Немедленно. Да будет так. Кто смеет угрожать нашим лесам? Такова воля богини.
имя Кинария! Во имя Луны. Я слышу голос Луны. Не хватает места. Такова воля богини. Богиня зовет. Во имя Луны. Я слышу голос Луны. Да будет так. Во имя Луны. Ашетораман. Такова воля богини. Наши воины вступили в бой. Богиня зовет. Кто смеет угрожать нашим лесам? Я слышу голос Луны. Немедленно. Базе союзника нужна помощь. Такова воля богини. Энурифа. Во имя Элуны. Элуна Доры, жрица. Мы в твоем распоряжении. За Калимдор. Энурифа. Немедленно. Твой ход. Я слышу голос Луны. Укажи мне путь. Ашетораман. Мерзкие людишки. Вам не уйти от гнева богини. Ух, какие мерзкие. Да будет так. Такова воля богини. Очевидно, люди тоже враги нежити. Но доверять им я не могу. За Калимдор! Ашетораман. Во имя Кинария! За Калимдор! Кто смеет угрожать нашим лесам? Во имя Кинария! Анудора! За Калимдор! Я слышу голос Луны. Немедленно. Богиня зовет. Привет! Похоже, эти орки охраняют что-то ценное. Это может мне пригодиться. Такова воля богини. А ну, дура! За Калимдор! А ну, дура! Приказ поняла. Я слышу голос Луны. Да будет так. Ладно. Такова воля богини. Твой ход. Ашетораман. Во имя Луны. Просто пойду и заберу это. Да будет так. Такова воля богини. Я слышу голос Луны. Во имя Луны. Богиня зовет. Элуна Дора, жрица. Будь осторожна. У Стражей Ужаса есть тени. Магические создания, которые видят нас, даже когда мы растворяемся в сумраке лесов. Держись от них подальше. Такова воля богини. Кто смеет угрожать нашим лесам? Немедленно. А ну, Дора! Во имя Луны. Приказ поняла. Ашетораман. За Калимдор! Немедленно. Такова воля богини. Немедленно. Твой ход. Стреляй. Глупая эльфийка, от нас не скрыться. Кто смеет угрожать нашим лесам? Перчаточки скорости не пригодятся. Богиня зовет. Да?
Я слышу голос Луны. Энурифа! Поторопись. Кто смеет угрожать нашим лесам? Я слышу голос Луны. Такова воля богини. Укажи мне путь. Пощады. Кто смеет угрожать нашим лесам? Во имя Луны. Надо будет вернуться и поселиться. Да будет так. Такова воля богини. Наши воины вступили во имя Луны. Приказ поняла. Я вся внимание. Аж это роман. Да будет так. Во имя Луны. Наши воины вступили в бой. Я поклялась отомстить. Кто смеет угрожать нашим лесам? Такова воля богини. Да будет так. Во имя Луны. Я вся внимание. Воистину. Выхожу из засады. Не проблема. Стою на страже. Ни слова больше. Не проблема. Слишком просто. Я не боюсь. Воистину. Немедленно. Да будет так. Кто смеет угрожать нашим лесам? Засада! Бежим отсюда! Собираемся на поляне! Прячься сколько угодно! Тебя это не спасет! За Калимдор! Анудора! Такова воля богини. За Калимдор! Богиня зовет. Да будет так. Такова воля богини. Фанду дат Белоре. Ишнуала, сестры. Это я, Тиранда. Кто смеет угрожать нашим лесам? Жду приказа. Такова воля богини. Ухожу немедленно. Укажи мне, что роман. Ни слова больше. Во имя Луны. Да будет так. Приказ поняла. За Калимдор! Поторопись. Укажи мне путь. Я поклялась отомстить. Молись на рассвет. Кто смеет угрожать нашим лесам? Приказ поняла. О, брошенные баллисты. Они пригодятся нам против укреплений нежити. Наши воины вступили в бой. Во имя Луны. Немедленно. Такова воля богини. Во имя Луны. И уходи тогда. Немедленно. Да будет так. Я слышу голос Луны. Жду приказа. Что-то слабо.
Я должна добраться до реки к рассвету. Днем мне не удастся пройти незамеченной. Время кончается. Ашето Роман. Приказ поняла. Богиня зовет. Укажи мне, кто смеет угрожать нашим лесам. Во имя Элуны. Немедленно. Наши воины вступили в бой. Богиня зовет. Жду приказа. Хорошо. Ашето Роман. Не смеет угрожать нашим лесам. Жду приказа. Ашето Роман. Вместо этого пойдем через тайный проход, который здесь. Я слышу голос Луны. Ни слова больше. Богиня зовет. Во имя Луны. Слишком просто. Такова воля богини. Ни слова больше. Во имя Луны. Хорошо. Немедленно. Не проблема. Вот все. Вторая глава позади. Такова воля ни богини. Ни слова больше. Кто смеет угрожать нашим лесам? Тиранда. Двигайся сюда. Ашето Роман. Чё вы там тупите все? Идите сюда. Я слышу голос Луны. Давай уже, квест выполнит, все такое. Жду приказа, Роман. Ни слова больше. Тиранда, хвала Элуне, ты цела. Нашу деревню атаковали орды нежити. Они будто появились из-под земли. Ишну дал дип Шандриса. Живые мертвецы не самые страшные. Их прислали наши древние враги, демоны Пылающего Легиона. Мы можем противопоставить им только одно. Нужно разбудить друидов. Ну что, две главы позади. И вот следующая глава будет жесткая. Надеюсь, я ее быстренько смогу пройти. Окей, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте рук себе, оставляйте комментарии. С вами был Павел Первый. Всем пока!